листья убирают. Делаем закупку, потом домой уже вам покажем, что мы купили. Брать лаваш, Настя? Или он не нужен? Ну да, выложим. Всем привет, мы уже дома, будем снимать вам распаковку, что мы приобрели, как мы будем отмечать прошедший юбилей скромно и наш приезд. Так, мясо сколько? 4. Мясо стоит 833 гривны за 4 килограмма, 366. И здесь килограмм с чем-то, да? И тут килограмм с чем-то, 204. В общем, 30 евро нам обошлось мясо, и вон баночка, достань баночку. И баночка икры, в общем, это все 30 евро. Лососевая. Все, сейчас дальше. Теперь распаковка из магазина АТБ на 26 евро. Батон, хлеб. 400, я думала, больше. Колбаса салями такая. Вкусная. Да. Тоже не знаю, сколько тут ее грамм, кстати. Она стоит 146 гривен. 337 грамм, да? Вот. Да. 146 гривен, 150 гривен. Майонез это лишь такая дополнительная взяла, если не хватит. Ну да, это такой считается дорогой. Ну, кукуруза. Верес, хорошая наша фирма. Евро 50. Евро 30. Вода, это моя любимая вода, Бювет Семерка. Она лечебная, хлоридонатриевая. Да, хорошая. Хорошая очень вода. 12 гривен 50 копеек стоит. Тут день обрезалась. Какие булочек там еще где-то пакеты? С маком. С маком. Нет. Что там попадало у нас? Лук. Сигуля. Лук. Два щенка, да, килограмма? И там еще картошка. Ну, можешь не доставать. Картошку крабовую доставала. Крабовые палочки по акции 76 гривен за 500 грамм, это почти 2 евро, ну чуть меньше. Кетчуп к шашлыку, даже у нас будет шашлык, как вы поняли. Масло, это на бутерброд с этой, с икрой. Моня, ты вот, ну, Монь, я как снимаю, ты начинаешь, ну. Что за дело? Да, хорошее. Что ты говоришь? Что я сказала? Да. Я уже не знаю. Что я Моня, что? Что? Не знаю. Приправа к шашлыку. Да, у нас есть, но это дополнительно, да, если что. Так, булочки. А, это уже другая. Тут идет масло. Масло, повидло. Ну, или что? Не повидло. Не повидло, нет, не повидло. Там кусочки вишни. Крем. А, ну да. С вишней, с кремом и масло. Вкусная булочка. Вот это. Думаю. Так, огурчики я взяла. Замой. Штучка таких хороших. Огурцы 50 гривен за килограмм. Видишь, это с ней произошло. Майонез хороший. Королевский вот этот. Майонез сколько стоит? 25 или 30? Что? 76 гривен не хочешь или 66? 30 гривен. Я даже не цены знаешь. А, я тут, наверное, взяла. Тот дешевый. Дорогой королевский смот. Ну да, это вкусный. А? Это вкусный, наверное. Схема, это хороший. Сидр и это Кока-Кола. Кока-Кола, да. И булочка. А, ну там еще сзади пакет какой-то. А, сидр. И этот, зубровка. Да, уголь. Такой будильник с казачками. Короче, разжигатель 130 гривен. Зубровка. И все. Короче, 26 евро. Скумбрия.
вместе с колой, да. Ну, как-то так, такая вот закупочка получилась. В целом нормально, наверное. Mm-hmm. Такие цены. Конечно, все равно все очень подорожало, да, причем прилично подорожало. Ну, а что делать? Как-то так. Пишите ваше мнение, как вы считаете, дорого, недорого. Будет интересно послушать, почитать. Да. Монечка, ты ж моя девочка красивая, любимая моя. Настя замариновала такой вот шашлычок. Молодец. Тут еще... А, там еще, да? Все. Сейчас будем делать крабовый салат и выходить на улицу жарить. У нас сломался мангал. Он вообще старенький. Ну, я думаю, что как-то пожарно. Так. Третья партия, просто капец, они ситуация у нас с мангалом просто сломался и все. Ты в шоке? Да, я в шоке. Настя супер лук. Да, у меня супер. Потому что холодно, я ничего с собой не брала. И Аня тоже не брала. А вот. Да, начинаю плач нельзя брать. Плач? Плач. Короче, будем дожаривать как-то. Уже 6 часов вечера. Так уже темнеет быстро. Вспоминаем с Настей, как мы всегда жарили шашлык. Вообще у нас получался быстрый, идеальный шашлык. Вот же есть. А в этот раз нам вообще не повезло. Мангал сломался, все, капец. У меня папа не любитель заниматься этими всеми делами. Поэтому мангал у нас был. Ну, он был нормальный, но, видимо, из-за того, что никто не пользовался, вот он уже и сломался. Целое. Думаю, сейчас пожарим и все уже. Как-то дожарим. Все, шашлык у нас готов. Приготовили вот шашлык. Лук замариновали. Лучком, сверху. Да, сверху вот так. Его вкусненько. Нам понравился шашлык. Да? Вам понравился шашлык? Да, да, сэр. Кстати, пробовали вот бутерброды вот с икрой. Лосось или что? Икра. Лосось. Да. Как тебе, Аня? Мне не очень, кстати, хочу сказать, что он не понравился. Ну, мне тоже. Я думаю, что это выращенная. Мама говорит, хорошая. Лопается, ну... Не знаю. Помидорки мамины я заценила. Твои мамы, кстати, мне очень понравились. Такие необычные. Моня! Моня, фу! А ну тихо. Вот, смотри. Вкусные, очень вкусные. Домашние. Салатик крабовый. Салатик аджика обычный. Домашняя. Свежая. Настя, аджика. Вот Аня, папа готовил аджику. Папа, мама, наверное. Папа, наверное. Мама. То есть, мама. Мама, да. Очень вкусная, такая остренькая. Вот в Германии мы нигде не могли найти такую. Вот. Мы скромно сидим. Скромно ничего. Отмечаем юбилей прошедший. Да. И приезд наш. Да, как-то так, по-скромненькому. Все, ребята, больше не будем снимать. Включимся немножко позже.